Всем привет! Неделя прошла, и мы снова встречаемся с вами на канале Сравним, дабы вспомнить популярные, а может и не очень киноработы ушедших лет. Думаю, каждый из вас, если не смотрел, точно слышал о молодежном комедийном сериале «Универ», который показывал телеканал ТНТ, начиная с 2008 года. Успех был настолько сильным, что сериал вылился в целую серию продолжений, качество которых оставляет желать лучшего. Впрочем, и первый сезон «Универа» много кого не устроили, но сейчас не об этом. Не так давно вышло очередное продолжение «Универа», и насколько он вышел успешно, судить вам. В этом выпуске мы поговорим, как выглядели актеры «Универа» тогда, в 2008 году, и что с ними сейчас. Пишите в комментариях, смотрели ли вы данный сериал и нравился ли он вам. Поностальгировать о том времени в комментариях тоже не возбраняется. Не забывайте также подписываться на мою телегу, там я периодически рекомендую классные фильмы к просмотру, ну и выкладываю доп. Материалы по выпускам. Ссылка, как всегда, в закрепленном комментарии, в описании, ну и QR-код на экране тоже имеется. Все, теперь поехали, приятного просмотра. Вон, напротив, «Курочка рядом» называется. Прикольно они придумали, типа курочка ряба, да? Только курочка рядом. То есть, типа курочка всегда рядом. Начинать я буду с первых сезонов, с небольшим вкраплением актеров из последующих. А первым, как вы видите, стал главный герой этого ситкома Александр Сергеев, сыгранный 24-летним Андреем Гаидуляном. Андрей к тому времени был малоизвестным столичным актером, сыгравшим всего лишь пару эпизодов в различных киноработах. Дебютом в кино для актера стал сериал «Кулагин и партнеры», в котором он появился в одном из эпизодов. И когда конкретно он снялся, узнать не удалось не только мне, поэтому будем считать его первым появлением 2007 год. Тогда он снялся во втором сезоне сериала «Закон и порядок», отдел оперативных расследований. Да так снялся, что даже в титры не попал. Ну, что же, опознать это растение нетрудно. Это обычная блестянка, она же Нителла. Поэтому именно главная роль в «Универе» и прославила актера на всю Россию. Дальше последуют съемки кучи продолжений, где его роль была уже не такой заметной. Но тем не менее, его дуэт с Валентиной Рубцовой, сыгравшей Таню, запомнился зрителям. Это отметили и продюсеры, которые запустили отдельный сериал «Саша Таня», который причинял удовольствие зрителям на протяжении сумасшедших 12 лет. И вроде как закончился в этом году, но это не точно. Так тебе что, не страшно, что ли? Страшно. Сейчас Гаидуляну 40 лет, и проектов у него впереди немного. Тем не менее, без дела он не сидит, снимаясь в фильме «Группировка нежить». У меня в жизни две большие любви. Ты и доллар. И вы оба меня постоянно подводите, а? Продолжим батей предыдущего героя, которого сыграл 43-летний Алексей Климушкин. Его Сильвестр Андреевич, думаю, запомнился всем, кто смотрел данный сериал. Сказать, что актер был известен и до сериала, значит соврать. На счету Алексея Климушкина к тому времени было всего лишь 10 эпизодов в различных киноработах, среди которых что-то конкретное я бы не выделил. Старт своей карьере актер положил, снявшись в 1992 году в фильме «Билет в Красный театр» или «Смерть гробокопателя», снявшись с такими мэтрами кино, как Олег Басилашвили, Александр Числов и Александр Фатюшин. Сыграл он там лидера подпольной молодежной организации «Субреалисты». Это тебе Сава рассказал? Точно он. А что такое? Ничего. У нас самороспуск со вчерашнего дня. Мы пойдем путем иным. А сумасшедших у нас и раньше не было. Следующая роль искала актера долгих 9 лет и нашла в сериале «Черный ворон», но там его даже в титрах не отметили. Быть может, кто-то из вас запомнил актера в сериале «Спецназ 2» в роли пассажира самолета. Заклинило? Девушка, я, кажется, к вам обращаюсь. Спасибо большое. Если что, я даже двинуться не смогу. «Универ», конечно, сильно поднимет узнаваемость актера и заработает ему первую главную роль в кино «Весельчаки», где он качественно кривлялся вместе с Данилой Козловским. Пригласил Бету, она из журнала хочет написать о нас статью. Так что давайте все по чесноку. Бета ведь хочет написать статью про нас, про пидора. Но дальше как-то не пошло. И Алексей Климушкин продолжит играть своего персонажа в «Саше Тане», больше ничем не выделяясь. Видимо, все устраивает. Сейчас Алексею Климушкину 59 лет, и 2023 год стал последним съемочным годом по сей момент. Чем сейчас живет актер, неизвестно. Пойдешь со мной, тебя хотят видеть. Я так понимаю, ответ «я сейчас занят» не прокатит? Правильно понимаешь? Пошли. Следом у нас идет Андрей Свиридов, сыгравший в «Универе» необезображенного интеллектом охранника Сильвестра Андреевича. Его персонажа звали Гена, и на тот момент актеру было 33 года. Тем не менее, послужной список у него был побогаче, чем у того же Климушкина – 15 проектов.
Дебютная роль актера случилась в 2005 году, в мною горячо любимом сериале. Те, кто давно на меня подписан, помнят, насколько горячо. «Не родись красивой». Там он сыграл тоже охранника, которого звали Женя. Ну а дальше, включая «Универ», в арсенале актера были лишь бандиты да различные охранники. Успел актер отметиться и в еще одном долгоиграющем проекте «Солдаты», снявшись там в 14 сезоне одного из эпизодов. Снимаясь в «Универе», Андрей Свиридов параллельно отыгрывал бандитов и охранников в других киноработах, типа сериала «Журов» и «Черчилль». За всю свою достаточно богатую карьеру, а актер снялся в более чем 80 киноработах главных ролей, Андрей Свиридов не будет видеть вплоть до 2023 года, в котором он отметится в фильме «Камера мотор», сыграв там в одной из серий ведущую роль немого. Вот такая ирония. Тем не менее, вскоре актера поджидала еще одна заметная роль в проекте «Сокровища гномов», где 49-летний Андрей Свиридов, наряду с таким гигантом мысли, как Никита Калгривый, будет играть ведущие роли. Что из этого выйдет, будем посмотреть, но чуть позже. Случилось то, Гоша, что я психованная дура. Из-за этого всего теперь не поеду в Египет. Полгода копила. Валентину Рубцову я уже немного вспоминал, рассказывая про Гаидуляна. Актриса в «Универе» сыграла сначала подругу, а затем уже и жену Саши Андреева, Таню. На тот момент актрисе был 31 год, и их разница с актером составляла 7 лет. Для нее роль Тани также была знаковой, как и для ее партнера. Первая роль Валентины состоялась в 2004 году, во втором сезоне сериала «Ландыш серебристый» в одной из серий. Сыграв еще в 5 проектах мелкие роли и, видимо, попав на карандаш после сериала «Кто в доме хозяин», актриса попадает в «Универ» и просыпается знаменитой после выхода сериала. Ну а дальше почти как по накатанной, как и у Гаидуляна. Разве что с небольшим отличием. Актриса играла ведущую роль и в продолжении «Универа. Новая общага». Кроме этих сериалов и сериала «Саша Таня», Валентина Рубцова похвастаться ничем не может. И после окончания съемок «Саши Тани» 46-летняя актриса больше нигде не задействована. Живете как свиньи, курите в комнате. Завтра всех расселю. Дамир Мольере, а? Обратим внимание и на еще одного второстепенного, но харизматичного персонажа сериала «Универ». Комендант общежития Петрович добавил проекту колорита, появившись в нескольких сериях. Для 58-летнего Александра Сухинина это была хоть и не первая роль в кино, но тем не менее одна из первых запоминающихся. Актер начал сниматься достаточно поздно, в 2003 году. Именно тогда Александр Сухинин впервые появился на телеэкранах в кино «Антикиллер 2». Любителям театра Александр Степанович может быть известен по своим ролям в постановках театра на Покровке, таких как «Женитьба», «Горе от ума», «Недоросль» и других. Участвовал Александр Степанович и в создании пародийной программы «Розыгрыш» на Первом телеканале. Во время «Универа» и после его окончания актер продолжит играть эпизодических персонажей, среди которых я даже не знаю, кого выделить. Ну, давайте возьмем сериал «Мент в законе 8», где актер сыграет криминального авторитета деда Захара, появившись в 2 сериях. А вот и пусть себе сидит в своих заграницах, если зона наша не для него. Последняя роль на текущий момент для 74-летнего Александра Сухинина случилась в 2022 году в кино «Горемыки», в котором он вновь сыграл авторитета. С тех пор актер не появляется в кино, имея на своем счету 81 роль. Что это мы такие кислые? Что, телескопы подорожали? Вновь переключимся на ведущих действующих лиц сериала. И на этот раз у нас это Майкл, которого сыграл 30-летний КВНщик Рарат Кещян, которого, думаю, большинство из вас именно по КВН и помнило к тому времени. Ведь до «Универа» в телепроектах актер не появлялся. Роль Майкла стала для него первой, и получилось все весьма и весьма удачно. Ну или нет, ибо к актеру намертво прилипло прозвище Майкл из «Универа», и главная роль в кино «Няньки», снятой в 2012 году, никак не перебила этот стойкий аромат. Нет такого города Куала-Лумпур! Да я 5 лет в турбизнесе! Да и сам актер, видимо, не особо переживал, снимаясь на ведущих позициях в продолжениях «Универа» вплоть до его окончания в 2018 году. Ну, думаю, тогда многие думали, что это именно конец. Шабашил актер и в «Саше Тане», появляясь в эпизодах. Из других проектов, связанных с ТНТ, могу отметить разве что сериал «Отпуск», где он поснимался с еще одним КВНщиком Мишей Галустяном и вполне себе актером Павлом Майковым. Боря, не приходи сюда больше. Однако «Универ» не отпускал, и в 2021 году случается «Универ 10 лет спустя», который не так тепло, но все же был принят поклонниками сериала. В 2023 году была еще одна попытка отойти от стойко прилипшего образа Майкла в кино «Корпорация Морозов». Актер сыграет там одну из ведущих ролей, но, увы, все перечеркнет «Универ 13 лет спустя», куда уговорили вернуться Гагунского, отдав ему ведущую роль. Больше ролей у 45-летнего Арарата Кещяна не было, но, думаю, будут. Классный, Гоша. Ну что, пошли? Куда? Ну как куда? Вагоны разгружай. Вы что, не мужики?
Но раз вспомнили про Гогунского, то давайте поговорим о том, с чего и начался его путь в большом кино. Это комедия 2004 года «Прощайте, доктор Фрейд», где актер мелькнул в эпизоде. Коротко и ясно. Гулять? А ты о ком думаешь? А? О тебе. Ты настоящий гуманист. Ну мы ж не зоофилы. И вряд ли Виталий предполагал, что после ролей в весьма брутальных «Грозовых воротах» и «Медвежьей охоте» его ждет ведущая роль Кузи в «Универе», которая и сделает его карьеру, и которая, по сути, и похоронит его актерский потенциал. Думаю, вы согласитесь, что именно по роли Кузи из «Универа» по сей день актера и идентифицируют. И это я не беру в счет его роль в последней части про «Универ». А ведь у актера была весьма и весьма неплохая главная роль в фильме «Бармен», снятого в 2015 году. Фильм, кстати, весьма неплохой. Посмотрите, если не видели. Вадик, ты действительно очень круто поешь. Ну, на самом деле, весь секрет успеха в коктейле. Что за коктейль? Сырые яйца, теплое молоко и мед. И так каждое утро. Простите, вы так волшебно пели. Не могли бы вы исполнить мою любимую песню? Может, чуть позже. Понимаете, я только что произвел впечатление на девушку. И мне нужно брать ее пока она теплая. Но, увы, это не помогло. И в итоге актер решает уйти в песенное творчество, которое, мягко говоря, было встречено со скрипом. Но вода камень точит, и Виталий Гогунский вроде бы смог отодрать от себя роль туповатого Кузи из «Универа». И тут спустя столько лет судьба наносит ответный удар в виде «Универа» 13 лет спустя. Шнёка шняжная, необщажная, жизнь бандовая и кайфовая. И там вроде актер уже предстает в другом образе Кузи, но... В общем, скоро выйдет перезапуск «Универа». «Универ молодые». Видимо, решили поснимать сериал для подросшего поколения, где будут и герои для тех, кто смотрел «Универ» с 2008 года, включая 46-летнего Виталия Гогунского. Такие дела. Давайте я разделю. Потому что я самый честный. Так, значит, нужно поделить на 6 ровных частей. Продолжим Алексеем Лимаром, который сейчас носит другую фамилию – Гаврилов. Эту фамилию он взял ради жены, с которой, увы, уже развелся. Прославился ученик мастерской Алексея Баталова именно ролью в «Универе», в котором он сыграл Гошу в возрасте 25 лет. До «Универа» актер перебивался эпизодами, один из которых стал его дебютом в кино. Речь про комедийный сериал 2005 года «Любовь моя». Вы вряд ли его там найдете среди 150 серий. Однако, в отличие от его остальных коллег по сериалу, Алексей не пошел сниматься в продолжениях, мелькнув лишь в сериале «Саша Таня», из которого со скандалом ушел. Все это время, после окончания первого сезона «Универа», актер довольствовался эпизодами, в том числе и крупных фильмов, как, например, «Метро», где он сыграл мелкую роль мародера, за которую актера искали коллекторы. Шучу, но коллекторы актера действительно искали в 2016 году за неуплату кредита. Последней более-менее заметной ролью для него станет паршивенький сериал 2015 года «Пятая стража», где он сыграл Хироманта. Я прошу прощения, а почему в пророчестве нет знаков препинания? Серый, заткнись! Нет, актер, конечно, продолжает сниматься, играя безымянных персонажей, типа ДПСника в продолжениях Букиных или ФСБшника в «Тени Чикатило», но вряд ли это то, о чем мечтает 41-летний Алексей Гаврилов. А, забыл упомянуть, что он же еще у нас кандидат в Госдуму от партии «Новые люди», которые недавно втыкали в кусты белые самолетики в поддержку Дурова и собственной медийности. Такие дела. Хорошо. А у тебя под этими спортивными шортами трусы есть? Нет. Значит, твои шорты – это трусы. Добрались мы до главной красавицы сериала Марии Кожевниковой, что в свои горячие 24 года появилась в «Универе» в роли Аллы Гришко, туповатой блондинки, чем и прославилась на всю Россию. Своей первой ролью в кино актриса отметила в 2005 году. Это был второй сезон сериала «Адвокат», и там она играла секретаршу Катю. Не знаю, не знаю. Вы меня толкаете на служебное преступление. Пока актриса добиралась до роли в «Универе», ей пришлось отыграть почти 30 эпизодических ролей, на которых мы с вами останавливаться не будем, ибо там нет ничего значащего. А вот после сериала «Универ», а точнее даже во время его трансляции, актриса получит вторую главную роль в кино. Ей становится Настя в сериале «Подарок судьбы». Да, это будет ведущая роль в одной из серий, но тем не менее. Как вы понимаете, после «Универа» яркую девушку замечают, и роли пойдут одна за другой. Да, не всегда главные, но тем не менее есть чем похвастать. Так, например, в 2013 году Мария сыграет в добротном военном сериале «Красные горы» одну из ведущих ролей дочери красного командира Жени. Дальше последует еще одна качественная роль в фильме «Батальон», где Мария будет играть ведущие роли с выдающейся актрисой Марией Ароновой. Как по мне, это самая сильная роль Кожевниковой в кино. Господин генерал Петр Александрович, женский батальон Марии Бочкаревой прибыл в полном составе для получения объяснений о причине ареста командира.
исполняющая обязанности командира Татищева Наталья. Дальше последует отвратительный сериал «Верю, не верю», но благо это будет одна из немногих провальных ролей у актрисы. Последней ведущей ролью для Марии Кожевниковой по сей день станет сериал 2016 года «Казнить нельзя помиловать», где она сыграет роль бывшей разведчицы Нины Колосовой. А последней ролью станет Наталья в сериале 2021 года «В активном поиске». Сейчас актрисе 39 лет, и она воспитывает своих детей, параллельно ведя свои социальные сети. Да и со мной произошло. Мою бабку ударила молнией, и она научилась будущее предвидеть. У моей мамы был солнечный удар, она стала язык птиц понимать. А прабабку вообще градом побила. С тех пор она стала с мертвыми разговаривать. Правда, живыми не особо. Не забыл я и Ларису Баранову, которая была подругой героя Лимара в «Универе». Актриса сыграла Лилию Волкову в 4 сезоне. На тот момент девушке исполнилось 28 лет, и у нее, у одной из немногих, была ведущая роль до «Универа». Да, пускай это будет посредственно сериал «Кровавая Мэри», но тем не менее. Какую смерть ты предпочитаешь? Медленную или мгновенную? Дебютной ролью для актрисы станет сериал «Виола Тараканова». Это был 2006 год. Знакомьтесь, Виола, это моя дочь Нина. Здрасте. А так у вас еще одна дочь? А почему нет? Просто вы не говорили. Я не говорила, потому что мне хвастаться нечем. Это мама шутит. Это у нее юмор такой. Вообще она вежливая и деликатная. А вот и штаны нашлись. А может, кто-то помнит актрису по роли жены Тимохи в «Бое с тенью 2». Ну, думаю, вряд ли. После «Универа» Ларису Баранову ждали лишь эпизоды в различных сериалах и фильмах. Выделить что-то конкретное я, пожалуй, не возьмусь. Предоставлю это вам. Пишите в комментариях, по каким из последних работ вы помните эту актрису. Если, конечно, вообще помните. Сейчас Ларисе Барановой 42 года, и она по-прежнему старается сниматься в кино, играя в эпизодах. Последняя роль была в сериале «Развод по расчету», снятом в 2024 году. Ну вот и все. Спасибо, что смотрите, делитесь с друзьями и подписывайтесь. До скорых встреч!